какой целью в Москву приехали? Ну вот девочке помочь надо. Да. Конкретнее? Помочь девочке надо было. В чем помочь девочке? Найти мужчину обеспеченного. Для чего? Чтобы она хорошо жила. Ну, а что должен обеспеченный мужчина должен? Обеспечивать ее? Помогать материально. Материально помогать. А деньги вы за что получили? За, как сказать, ну, не то, что... То, что я помогла девочке и помогла мужчине. За какую сумму? А, по-моему, там было 650, мне сказали. То есть за 650 тысяч вы познакомили мужчину состоятельного с ну, девочкой? Ну, это не мои же, это, да, для девочки. А девочки знают, что она несовершеннолетняя? А, мне сказали, да, что она несовершеннолетняя. Что она сколько ей лет? А, вроде 15, мне сказали. Угу, точно.